пришли к брату. Все вместе. Чтоб мне так страшно было. Спустились в подвал с детьми, женщины с детьми спустились в подвал. И прилетел снаряд во двух. Нас осыпало в порубе. Уехали мы в связи с тем, что через дорогу в дома попали снаряды. Там не было ни крыши, были раненые. В нашем здании Дворца культуры начали сыпаться стекла. Нам пришлось уехать. Мои родные остались в Мариуполе, я ничего о них не знаю. Моя мама, бабушка, и дедушка, и папа. Они даже не знают, что я уехала. Не можна руйнувати школу. Що ж роблять у нас з вами російські окупанти? Як можна було відправити дві ракети на загальноосвітній навчальний заклад? Пожалуйста, пустой бумажкой. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Продолжаем. Давай, вот толкай. Все, забрали.